Всем привет, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам покажу свою новую ловушку из двух пластиковых бутылок. Смотрите, что из этого получится и как она выглядит. Ловит или нет? Ну вот, собственно, она как длинный паровозик. Две пластиковые бутылки. Увидим, на что она способна. Красавица наша, ловушки. Сейчас мы ее отпустим. Давай, лети. Давай, лети. Все, полетело. Мое новое изобретение, мое собственное. В интернете, может быть, и есть такие, но я там не смотрел. Подумал, какую можно сделать ловушку, из чего можно сделать, сделал. Можно сделать 3 бутылки, это уже будет как ловушка из 3 пластиковых бутылок. Но мне нравится мое изобретение. Работает изумительно. И, соответственно, вы сами все, я думаю, видите. Давайте еще посмотрим. Может, еще кто-нибудь прилетит. Еще самый прикол, хотел вам сказать, когда голубь вот здесь отстоял, выплясывал. Как Баба-Яга уговаривала жихарку заходить или не заходить. Он такой подумал, поплясал, зажел такой, хоп, и там. Ну, не прикольно же, а? Ну, вот ловушка, чудо-ловушка. Ну, не знаю, мне нравится. Даже кого она ловит. Даже голубей. Сидит, живет. Ах, чудо, чудо. Ах, какой пухлый, а? Смотрите. Какой пухлый голубь, а? Вот так вот, новая ловушка. Вот таких вот красавцев голубей. А сейчас даже получше было видно. Пухлый какой, смотрите, а как курица прямо. Чудо-ловушка, я говорю, мое новое изобретение. Давай, ладно, шуруй отсюда. Прикольно, да? Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Вот такая вот новая ловушка 2022 года. Посмотрим, на что она еще способна. А так она мне уже нравится. Ставим лайки обязательно.